Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать один способ, как можно очистить трубы под раковиной от жира. Если вода в раковине уходит хуже после мытья посуды, стоит немедленно предпринять меры, чтобы трубы основательно не забились и чтобы не пришлось разбирать их и чистить. Я это очень не люблю делать, поэтому часто прибегаю к такому приему. Беру средство для мытья посуды, примерно грамм 100. Смешиваю его с белизной. Белизны беру столько же, то есть пропорцию выдерживаю примерно 1 к 1. Все делаю на глаз. Этот жирорастворяющий раствор заливаю в раковину. После этого нужно немножко подождать. В идеале залить на ночь, чтобы приготовленное средство растворило жир и утром раковина больше не будет забита. Так делать лучше всего. Средство поработает и утром останется только промыть трубы горячей водой. Вы должны понимать, что данное средство больше профилактическое, поэтому чудес от него не ждите. Но попробовать можно даже при заметных засорах. Это точно не навредит, а с большой вероятностью поможет очистить трубы от жировых отложений, а соответственно избавит вас от лишних головных болей. Обязательно попробуйте, дорогие друзья, этот простой, но эффективный способ очистки труб. Надеюсь, совет был для вас полезным. На этом прощаюсь с вами и до новых встреч. Пока!